Все мы с самого детства слышим о том, какую важную роль спорт играет в жизни. И не зря, ведь именно он – основа нашего физического и душевного здоровья, бодрости и энергии. Это всегда в хорошем настроении, когда вот играю в футбол, допустим. Это куча эмоций, особенно когда вот там голы забивать. Перед началом церемонии в холле второго этажа всех пришедших на спортивный праздник ждали необычные площадки. Здесь можно было посмотреть на выступления юных спортсменов и самим поучаствовать. Никита пока еще не занимается в спортивных секциях, но уже твердо для себя решил – будет футболистом. Я занимаюсь бегом, футболом. Мы еще в школе тренируемся на физкультуре, вышибалы играем. А за кулисами тем временем спортсмены из Ленинского района готовились к показательным выступлениям. Бедро, подсечки, подхваты, подхват по две ноги. Ну, прогиб нельзя, потому что матов нет. Я желаю людям, чтобы они больше занимались спортом, не сидели дома. Ну, как бы жизни радовались, ездили на всякие выступления, смотрели на все. И нас поддерживали, да и мы их. Аякс Дарьянидис занимается фехтованием уже более 5 лет. Кандидат в мастера спорта. Недавно он принимал участие в чемпионате России. Фехтование просто очень думающий вид спорта. Технически красивый, эстетически со стороны. Поэтому, думаю, это в нем и привлекает. То, что развиваешь свои мысли. Нужно простраивать верно поединок, оценивать своего соперника. Думаю, это всегда для всех интересно. Поэтому... Но меня лично это привлекает. Открыл торжественную часть мероприятия глава Ленинского района. Я уверен, что мы провели не просто постолимпийский год последний. Мы получили замечательные достижения на территории нашего района. И сегодня мы можем видеть здесь и чествовать наших потрясающих, замечательных чемпионов. Я уверен, что мы вырастим еще не одного олимпийского и паралимпийского чемпиона. За вклад в развитие физической культуры и спорта благодарностью главы Ленинского муниципального района были награждены спортсмены и тренеры. Торжественный момент – чествование ветеранов спорта. В числе них – заслуженные тренеры и работники физической культуры. Бурные овации болельщиков и громкие аплодисменты и у организаторов, и у участников получилось создать атмосферу настоящего олимпийского стадиона. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.